справа, такой зовут боковую протоку справа. Вот наклонная палка. Вполне заметное место. Вот после узкого еще один поворот. То есть после узкого прохода еще один поворот без залома, просто такой. Дуга. И вот сейчас сюда. Здесь надо. Тут будут за островом палки, за них как бы. Попью я водички минеральной. С газом, потому что надо будет газовать. Как ни странно, большую воду было легче подниматься против течения. Видимо, шире была речка, а течение меньше. А сейчас уже там неудобно маневрировать. Большую я шел сбоку, по неосновной как бы струе, без особых усилий. А сейчас струя практически одна и бьет очень сильно, и как бы это. И плюс мелкий перекат, там неудобный разворот мне приходится. Если раньше я спокойно разворачивался. Вот палка. И направо, вот в этот заливчик. Ой, совсем мелко уже вылезли. Течение тут хорошее, сейчас даже несет хорошо. Поэтому как бы вот туда не уходить, не перегребете там, потому что негде. Придется тащить, перепутать, как бы мусорно. Вот бакланы опять резвят. Так, ну, пойду я за палкой. Хотя за той, ну ладно. Черт, она тут. Вот так вот, у меня остатка маленькая. Сейчас рыбы мало. Все, заливчик зашел. Вот так вот, визуально она видна очень хорошо. То есть вот такой берег с большим углом осыпь, когда течение было, намывало. И вот не видно, куда заходить, да просто туда по заливчику рулим. Я сейчас до поворота, если батарейка не сядет, до грибу. Течение тут слабое, сейчас вот как сузится, там будет хорошее. В крайнем случае можно перетащить опять же волоком, потом вон отсюда вот пустых. Просто по грязи топтаться, мне грязь, лодку не нужна. Ну и вообще сыро, мокро еще, хрен знает. 6 часов плыть. Да, 6. Если по-стахановски 6. Это все вот болтаться будет. Я сегодня не знаю, планирую вроде как завершить. Ну, порыбачить. Единственное, что меня завтра должны забирать. Поэтому не в эту проточку, вот соседнюю. Это так, закоряжено. И не спуск. Так, уже тут. Вот ровно посередке. Я держусь под правый берег. Вот на кусты, на камыши. Здесь она еще тоже не сильное течение. А вон, там, да, уже, на перекате. Вот туда выход, и налево поворот сейчас будет. Тут сколько? Метров 150, да, 200. 150 где-то, прогрести надо. Вон до той коряги. Конечно, опять принесло вам пни всякие. Да нет, сейчас идется хорошо. Сейчас вообще не особо смотрит. Странно, короче, если не угадаешь. Тогда сильнее было стало, тогда аж потеше весь был. Только не за эту корягу, а ее проплыть, вон он, перекат. То есть эта коряга, она под куст ныряет. Вон на тот перекат, на мыс. Ну, получается 200 метров. Ну и, конечно, лучше либо выскочить на перекат с переката волоком, либо перегрести вот вдоль по этому берегу, там развернуться. С мотором вообще проблемы. У меня мотор вот он. Такой мотор. Так, вот сейчас начнется. Вот это мне течение надо переодолевать. Да, вот здесь вот тяжело. Блин.
На корягу мне не надо. Да, херово. Течение больше стало. Ладно, буду выходить на перекат. Там. Хочется его пройти. Блять, уже задеваю веслами. Полную силу грести не получается, потому что тут кидает на эту корягу. Ну все, пошел я. От нее отбивает. Она здоровая достаточно. Вон она торчит. Ну здесь сейчас попроще стало, потому что било сильно туда. Струю. Вон она крутит. Место хорошее, чтобы покидать, кстати, на линка. Фу. Да и не только на линка. В прошлый раз было сложнее, конечно. Ну, могу продолжить. Все равно сейчас там выходить. Сучка. Ну, сейчас между деревьями надо идти аккуратно. Ну где-то, наверное, мелко уже. Еще один тяжелый участок. Ну, как бы основное прошел, сейчас поворот будет в конце. Перед самым выходом на 90 градусов. Крайне коварный. Несешься прямо и под корягу. И водоворот там обратный берег тоже с отцепью. Как бы не это. Я, конечно, один раз проплывал, но... Сейчас, наверное, в прошлый раз я на веревочке. Сейчас, наверное, тоже придется на веревочке. Совсем маленькая вода. Не хочу я ничего поцарапать. Все тут она чередуется с маленькой, так утащит на глубину тут же в яму. Выпрыгнут проблематично. Так, еще один поворот. Вот за тем поворотом еще. Там тоже перекат мелкий, коряги под эти расчески. Слева расчески, справа перекат. Ну, на каяке место для маневра вполне терпимо. На байдарке. А вот на резинке. А нет, тут перекат и с этой стороны. Здесь тоже сейчас солнце не подсвечивает, я не вижу, где камушки. Ну так, по интуиции. Тут надо под дерево поджиматься. Уходит боковая просочка, вынырните. Да, тут мелко. Вон он. Вон они камни. Там сейчас яма будет под деревом. Вот улова не загрести. Все, уже яма. И под расческу она кидает. Вот так. Терпимо, скорость не такая большая. Да, скорость упала, это плюс. В малую воду. Была сильнее скорость, было как бы это. И волна, кстати, стала меньше. Ветерок мошку сдувает, рулить классно. В прошлый раз была мошка, жара. Так, и вот сейчас еще один поворот, и там этот. Следующий участок будет. Короче, надо под правый берег на этом повороте. Так, еще одна расческа. Это пока не самое опасное. За ней где-то метров 100-150. Скала там почти такая, видимо.
Что будет, когда эти два дерева шлепнут? Последний проход остался в реке. Расчищенный. Забивается, когда вон, дай бог. Так, вот оно. Вот оно, поворот вот этот опасный. Причем там разгоняет. Кувырк, бляха, и все. Я вот тут вот пристаю. Я еще хочу просто кинуть туда. Еще там на скорости. Все, обнос завершен. Фух.